блин, какая мразь, а. Так, подожди, хорошо. Вау, а что делать? А что делать-то? А куда бежать-то? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы продолжаем играть в раунд The Clock Bikini Bottom. Я обращаю ваше внимание на то, что мы уже прошли вот здесь вот, да. И можем теперь проходить вот здесь вот или вот здесь вот, что выбираем, да. Патрик, камень, Сквидвард, монумент, или же Энкорвей. Я даже не знаю, слушайте, ну давайте, наверное, мы к Патрику давайте отправимся, в камень. Ой, Патрик не хочет. Патрик вообще не хочет ни хрена. Ты будешь играть как Патрик, у Патрика под камнем. Сложность средняя. В общем, хочешь продолжить? Хочу. Хочу продолжить, ребят. После того, как Сквидвард спас Панч Боба и Патрика от клучесов в клонированном перчаточном мире, в общем, Сквидвард их доставил к их домам, и после вопросов он настаивал на том, чтобы оба направились в их дома и взяли все самое ценное, что только смогут найти. В общем-то, не ожидая более, все трое разделились по своим домам. Подождите, а я не видел там выбора дома Спанч Боба, или я просрал этот момент? Вскоре после этого Патрик забирается в свой камень и ищет свои любимые игрушки. И не так долго проходит времени, пока он не забывает, что он тут делает, решает, в общем-то, свое воображение пускает на то, что он нашел в этой коробке. Сквиртеры способны... Кто? Сквиртеры? Серьезно? Я не буду переводить, что это может означать. Так, ну короче, на что-то там сквиртеры какие-то способны, да. И у нас тут еще какая-то медуза способна зависнуть в углу экрана. Короче, камень Патрика, 10. Ой, ну кто вас учил так водить машины? Мы тут камеры ставим, знаешь. Так, значит это, Сквидвард. Ладненько вы, дебилоиды. Вы помните, что я вам говорил? Хватайте все ценное, что сможете найти. Встретимся здесь. В самом худшем случае. Просто бросайте нахрен все, что вы несете, и бегите к Бобмобилю. Что, даже мой игрушечный камушек? Даже мои игрушки? Да, Патрик, даже твои дебильные игрушки и камушки. Ну, что ж, я не оставлю Гэри позади себя. Нет, эта бедная несчастная улиточка превратилась в прошлый раз в дикого монстра. Но в таком случае я должен собрать свои кусочки художеств и кларнет. Или вы могли бы мне помочь их нести, это было бы очень... А, ну или нет, да. Так, ну я играю за Патрика, да? Понятно, короче, у каждого какие-то свои дела. Сейчас попробуем, значит, за Патрика понасобирать говна. Вот мы под его замечательным камнем. Тут, в принципе, все должно быть достаточно просто. Я не думаю, что под камнем так много места. Хотя, может и много. Я думаю, я оставил свои игрушки валяться где-то здесь. Я просто должен их найти. Ну вот, пожалуйста, давай. Spam to search. А, spam to search. Хорошо. Все, ты нашел что-нибудь? Одну из трех, смотрите, нашел. Ай да молодец. Так, погодите, давай вот сюда вот, да? Пикап. Тут просто поднять достаточно. В холодильник не хочешь заглянуть? Крабсбургер, гляньте. Гляньте, я что-то разблокировал. Это секретка какая-то, типа, да? Не, ну круто, если так. Может, еще что-то можно? Телек можно включить? Давай телек включим, чувак. Нет. Нет, телевизор. Что это такое? Погодите. Что это? Вроде на Сквидварда похоже, да? Spam to search. Я не понял. О, почти забыл про Barnacle Boy и Mermaid Man. Про их экшн-фигурки. Я думаю, я их оставил внутри моей шкатулки воображения. В смысле, ты дебил? Какой шкатулки, какого воображения, алло? Борись со злом, тут написано. А как насчет того, чтобы побороться с со злом в твоей голове, чувак? У тебя там много зла. Воображение какое-то. А, я помню это, да-да-да. Коробка, а не сель тогда. Воображение, да, я помню эту сель. Вот это глаза истинного наркомана, да. А где оно? Может, если я просто немножко больше поищу? Ну ясно, то есть я сейчас должен с его наркоманскими глюками иметь дело, да? Мне ж было мало проблем в этой игре, да? Всякие перчаточные ублюдки там за мной в прошлой серии охотились. Теперь мы просто в его воображении. О, моя голова, где я? Блин, вот уж кого не ожидал увидеть, отец Григорий. Это место выглядит как моя воображаемая коробка. Это страшнее, чем я помню. Патрик, ты чё, фанат Half-Life 2? Откуда у тебя
воображаемой коробке вот этот чел. А где Гордон? Где Гордон, объясни мне. Отец Григорий из Ревенхольма у нас есть, а Гордона Фримена у нас нет. Куда это годить? Это неожиданно. Это было неожиданно, ребят. Так, ладно, хорошо. Мы просто идем, следуем за таинственной фигурой. Таинственная фигура куда-то вот туда вот поперлась, да? И мы, в общем-то, за ней идем. Ничего сложного в этом нет. Я только единственное, ну, не знаю, в каком направлении она поперлась. Потому что она шляется тут, лабиринты весь. Ой, ты глянь, лопаточка. Ай, да замечательно. Та-ра-та-та-та-да. Ой, прекрасно. Хорошо, идем дальше. Насрать на все. Лопаточку взяли. Значит, мы победители, значит. Что-то зашумело. Зашумело тут что-то. Так, тихо. У нас есть автобус, у нас есть бочки всякие, говна какого-то. Может, туда пойти? Может, туда? Да, блин, я запутал. Давай вначале сюда тогда пойдем. Сейчас посмотрим здесь что. Вот тут вот мячик есть какой-то, да? Так, я должен найти экшн-фигурки этого мэна, Барнакл-боя. И про старого козла, там, и молодого очкастого упыря. Я помню это. Я попал в какой-то музей, что ли? Где я вообще? У тебя воображение такое весь... Это Слендер? Это Слендер? Наверное, нельзя к нему подходить, да? Нельзя на него смотреть. Он за мной охотится, я понял. Это такой, значит, подводный спанчбобовский Слендер. Ясно? Все понятно, все понятно, все хорошо. То есть нет, все плохо, на самом деле говно полное, если честно. Но, тем не менее, мы не разочаровываемся, не расстраиваемся. Мы просто убегаем. Мы просто убегаем куда-нибудь. Куда-нибудь подальше, желательно, очень, совсем уж. Прям далеко отсюда, прям чтобы вообще ноги моей тут не было. Вот это самое желательное. Мне кажется, да. Вот. О, я тут уже был. Я уже видел этот камень, по-моему. Мне кажется, я хожу немного кругами, нет? По-моему, я хожу немного кругами. Возможно, я даже много хожу кругами. Возможно, я даже хожу кругастее некуда, понимаете? Вот есть люди, которые ходят как-то так прямоугольно, треугольно, я не знаю, параллелепипедно. А я кругасто очень хожу, очень кругасто хожу, понимаете? Что такое? Это хорошо сейчас? Мои экшн-фигурки уже близко, я их чувствую. Игрушки здесь. Ой, подозрительно. Не, ну, по крайней мере, я куда-то дошел. Уже рад. Где здесь? Где мои игрушки? Где мои игрушки? Ой, да пошел ты в жопу! Кто ты? Иди нахер. Я должен им светить в рыло, да? Они... Тихо. Бесплатный Тникс? А, фритойс, бесплатные игрушки, господи. Тникс, блин. Какие нахрен Тникс? Знаете, что напоминает? Это напоминает этого Балди. Балди, там было обновление в кукурузных полях, я помню. Откуда он бежит, эта мразь? Вот откуда эта мразь сейчас бежала, скажите? Ага. Хрен соси, мудак. Иди в жопу. В жопу иди, все, отлично. Главное, светить им на рыло вовремя. Пошел нахрен, да, все. И ты тоже, тебя касается. Всех касается, ребят. Всех, ребят, вот туда вот. Ой! Чё? Откуда, где? Нет, иди нахрен! Нет, идите в жопу все! Я приду, я добегу. Вот я добежал, вот я молодец. Пикап! О, рыбная паста, я должен сваливать отсюда. Ну что, ну как? Откуда я начну? Пожалуйста, скажите, что я начну отсюда. Так, с последнего чекпоинта, я умоляю, пусть чекпоинт будет здесь. Пусть чекпоинт будет здесь, пожалуйста. Это же охереть. Еще бежать куда-то потом надо, блин. Мало того, что игрушки еле я нашел, дурацкий. Нет! 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 Я не хочу. А они, наверное, без конца, да? Они без конца, походу, пока. Ну, давайте я возьму, короче, это говно и побегу. Я должен, говорит, сваливать. Так. Ну что, ну кто, ну кто, ну где? Так, вот этого угандошил. Так, ты можешь... Вот, там, видите, сзади мразь идет, которая, короче, не растворяется. Не растворяется, упырь. Я правильно делаю, что я просто назад бегу? Я вот это, кстати, не знаю. Это не факт далеко. Это далеко не точная информация. Но я стараюсь что-то прийти. Тихо. Да иди в жопу, а. Эти слишком быстрые, вы поняли, да? Так, вот туда вот назад. Назад, да? Так, назад. Давай. Ну давай, придурочная. Ну давай, говно. Ссаная. Ну, вперед. Правильно делаю или нет? Все? Я надеюсь, это все. Я должен был назад добежать. Так, минута 30. Что, минута 32 здесь? Что? Так, а, прыжки. Поехали, побежали. Ой, Патрик. Ой, слезай ты с наркотиков, придурок. Да ты посмотри, да ты что у тебя? Да что у тебя вообще с головой? Ты глянь, что происходит. Ты глянь, что у тебя тут видится вообще перед глазами. Ёкарный бабай, Патрик, друг мой. Ты... А,
нет, 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 нет. Что это случилось сейчас? Что сейчас случилось? Я не понял. Игра окончена. Праулерсы, они спрятаны во тьме. Серьезно? Так, ладно, подождите, какие-то праулерсы спрятаны во тьме. Патрик, я тебе еще раз говорю, завязывай с этим говном. Да ты дурак, что ли? Ты не... Не прыгает дебил, понимаете? Дебил не прыгает. Я что могу здесь сказать? Дебил не прыгает. Ну, надо еще попробовать сейчас. Сейчас еще попробуем. Может, дебил запрыгает? Давай, так, вот сюда вот, да. Минута 29 у нас. Хоп. Все, отлично. Опять-то рожа. Опять эта рожа, опять Патрик сталкивается с последствиями своих зависимостей. Я уж не знаю, на чем он сидит, но это жестко. Так, давай фонарик, я в прошлый раз не включил. Блин, какая мразь, а. Так, подожди, хорошо. Вау, а что делать? А что делать-то? А куда бежать-то? Товарищ, я вас сейчас немножечко обману, окей? Я побегу вот с этой стороны и посмотрю, что будет. Может, с этой стороны как-то полегче. Так, видите, вот мразь. Вон мразь. Сволочь такая. Она там. Она там. А я здесь. Понимаете? И вуаля! Ай! Ну! Игра окончена. Floating creatures lose their levitation when stepped on. Due to your heavy weight. Я ни хера не понял. Ну что-то там как, какой-то куда-то наступает тяжелый вес. Тяжелый вес у тебя падает. Жрать меньше надо. Вот тебя что пишут. Heavy weight пишут. Пишут, что ты heavy weight. Heavy weight... Биг Патрик Стар С, понимаешь? У тебя большая звездная жопа. Но не как у Ники Минаж, понимаешь? Эта звездность и большеватость ничего тебе в отличие от нее не дает, кроме того, что ты прыгать не умеешь ни хера. Так, подожди, где это мудило? Вот оно. Вот оно, вот оно плывет на меня. Сейчас попробуем здесь. Здесь, наверное, у меня лучше должно получиться. Хоба! Ой, как хорошо! Ой, ой, мама! Ой, мама! Так. Да блин, это говно непроходимое, я не понимаю, как это сделать. Так, ну-ка. Ай, блин! Да блин! Ну какого хрена ты такой конченый? Так, ждем. Ждем, блин! Ждем, блин! Там нельзя ждать! Давай подним еще и... Ты настолько жирный упырь, что под тобой еще и вот эти вот сраные коробки тоже падают. Ты что творишь? Патрик, какой ты все-таки дебил. Нафантазировал себе какого-то говна. А я теперь отдуваться за тебя должен. Ну что это в самом деле? Так, эта мразь здесь идет, да, давай. Короче, тут надо как-то вот так прыгать, чтобы ты на самой верхней точке подпрыгивал, да. И потом еще рассчитывал вот, вот с этой вот сраной бомбой тоже. Так, вот смотрите. Вот, все, бомба пролетела, значит можно прыгать. Ага. Вот. Вот, теперь отсюда, сюда. О! Меня, ублюдок! Куда дальше? Я не знаю, правильно я бегу, неправильно? Так, тут это... Эти твари еще летают, понимаете? Летают еще... Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Так, пожалуйста, прыгни нормально мне. Ой, да неужели? Куда ты пришел? Все, вот, вот лодка, да? Куда мне надо? Куда мне... А-а-а, дверь! 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 Ой, боже мой! Как я задрался! Ух, слушайте, жесткая игра, на самом деле. Все! Все, ты твой наркомания, твоя закончилась, придурок, блин. Видимо, нет. Видимо, не так-то это просто, да? Не так-то это просто вылечить паскуду вот такой ширины и такого роста, да? Ну давай, на кулаках! На кулаках сейчас будем биться с этой тварью. Окей, хорошо, какие проблемы, господи? Чего бы нет? Ну? Это Starfishman. Используй левую клавишу мыши, чтобы ударить. Правую клавишу мыши, чтобы блокировать. Ну, в общем, короче, надо, когда над ним восклицательный знак, его бить. Ты должен тройной комбо, чтобы он получил. Ясно, я понял. Хорошо. Поехали. Так, где там восклицательный знак? О, вот восклицательный знак на ним. Раз, два, три, четыре. Понравилось? Понравилось, мразь? Так, так мы защищаемся. Ага, ну-ка подходим еще раз сейчас. Раз, два, три, раз, два, на себя, на тебя, тварь. Все? Ну ты успокоился, нет? Да. Так, еще раз бьем. Хуба, хуба, хуба. Я порежу по твоей поганой. По поганой морде по твоей, понял, а? Сейчас, хуба. Все, удар прошел, да? Слушайте, так я не понял, он подыхать будет, нет? Ублюдок, сраный. Все, мы уже больней, наверное.
Или мы уже боль... Ой-ой-ой-ой. Так, у меня сила удара какая-то слабенькая, да? Сила удара какая-то не сильная, да? Она там наполняется. Хаба! 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 Ну что такое, в самом деле? Ладно, давайте я подкоплю силу удара, а то что-то какая-то херня. Все, так, еще. Еще! Жизни у меня 3, кстати. Он меня ни разу не ударил. Он вообще достает до меня? Может, я зря блокирую? Да, я зря блокирую. Он, короче, до меня не достает. Дебил. Все, давай, подходим. Раз, два, три. Вот так. Вот так. Все, 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 паскуда. Так, что еще, блин? Ой, твою мать, какие-то новые пошли правила. Короче, у него иконка над головой. Тип атаки, которую он будет делать. Ладно, мы сейчас разберемся. Как-нибудь разберемся с этим говном. Че ты там, какие атаки ты собрался делать, полдур? А? Так, хорошо, сейчас какая-то новая атака пойдет, да? Да не, пока все то же самое, на самом деле. Абсолютно то же самое все, давай. Раз, два, три, четыре! Вот так вот. Отходим. Слушай, ну это вообще не трудно, на самом деле. Шо? Шо ты? Шо ты? Иди нах! Иди в жопу! В жопу иди, говорю! Вот собака. Не-не-не-не-не, чувак, нет. Давай. А вот теперь моя очередь, да? О! Вот он, походу, начал получать наконец. А! Смотрите! Range Attacks, у них будет Enemy Launch Protections. Короче, самые show you dangerous hazards. Лучше избегать атак и ждать возможности добить тройной комбо. Сейчас будет какая-то атака, которую надо избежать и. Ну-ка, как это сделать? Типа в сторону отойти. Ух ты, мразь. Раз, два, три. Все, я тройной комбо же сделал, да? Что тебе еще надо? Байт атаки. Их сложно прочитать. Враг будет байтить тебя, чтобы ты их бил. Следует потом атака, которую нужно будет контратаковать. И, в общем-то, тебе придется ждать врага, чтобы разблокироваться, чтобы ты мог опять тройным ударом. Короче, сейчас он, смотрите. Ага, типа он очень опасный. А вот сейчас его можно, короче, ему удобно, да? Нет, неправильно? Чего от меня хочет игра? Ну-ка. Раз. А, вот. Все, тройной комбо, отлично. Все, я это сделал. Правильно? Используй все, что ты выучил, и побей эту мразь. Так, 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 смотрите-ка. Я его немножечко поддал. Надо, короче, полное здоровье накопить. Тихо, тихо, тихо. Что-то не сработало в этот раз. Ну-ка, сейчас. Хоу! Да ему насрать, он не хочет вообще получать по роже. Ему... Не меняется вот эта иконка внизу. За моим лицом там иконка, она никак не меняется, понимаешь? Я его бью, ему похер. Ой, блин, он меня еще и убил. Ну, придурочный, а. Короче, он уязвим только когда он клэп-атаку делает. Ясно. Я пока что-то не справляюсь. Давайте в следующей серии, наверное, пройду эту мразь. Я не знаю, он не хочет умирать. Пока на этом закончим. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка в описании. И все. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.